Вот у нас сбор подписи. С каким? С кем? ЗАГС собрание. Если проводить пикет, значит, вы должны были подать уведомление в Министерство общественной безопасности. Но это не пикет, это сбор подписей. Сбор подписей? Тогда вот таким должен быть белый. А так и есть. А другие-то что? Ну, у нас нет других баннеров, что поделать. Закрывайте, либо тогда сворачивайте конструкцию. Если нет, то будьте привлечены в нарушение. Вся сейчас генерального закона. Это понимаете?